Губернатор Виктор Толоконский встретился с участниками первой программы стажировок в органах исполнительной власти края. Студенты поделились с главой региона впечатлениями и отметили, что приобрели профессиональные и организационные навыки, научились работать с нормативно-правовыми документами. Также они сформулировали предложения по улучшению деятельности ведомств, в которых стажировались. Глава поблагодарил за проделанную работу и отметил, что подобный опыт дает возможность внести коррективы в структуру исполнительной власти. Главное, что мы должны, опираясь на ваши ощущения, на ваши впечатления, сделать это, понять, что нужно изменить в организации самих стажировок, может быть, чем-то дополнить, обязательно выводить стажеров на более высокий уровень функционирования госвласти, чтобы, например, там каждый стажер какой-то день поработал там с руководителями тех или иных госорганов, просто полный день, чтобы с губернатором могли поработать целый день, вот, с утра и до позднего вечера, чтобы почувствовать, что есть специфика, есть разница. Предложений по улучшению работы было высказано много. Например, по мнению студентов, необходимо использовать альтернативные механизмы финансирования социальных проектов. Также обобщать информацию об обращении граждан и многое другое. По итогу все предложения примут к вниманию, и уже в начале февраля начинается новый набор студентов на стажировку. Чтобы принять участие, необходимо пройти конкурс. Также сейчас разрабатываются еще два вида стажировок. В том числе проводить их будут и в органах местного самоуправления. Было сложновато, потому что мы считали себя как настоящие госслужащие на стажировке. То есть стажировка длилась месяц с небольшим, и мы проводили на стажировке порядка 5-7 часов. Очень жаль, что у нас не было возможности провести полный рабочий день на местах, но и 5-7 часов совместно с обучением в ВУЗе было очень сложно совмещать, тем более в преддверии сессии.